Кто? Стойте! Стойте! Италия! ПЗ! Легенда! Криштиану Рональду, мать его! А можно и раздеть его? Всем привет, подписчики, с вами Осиш, и вот вторая часть нашего обучения FIFA Mobile. Вот, кстати, самые интересные комментарии под предыдущими роликами и шортсами. Обязательно пиши свои, и твои попадут в следующий видеоролик. Кстати, также переходите в нашу тиму в телеграм-канале. Там вы можете обсуждать свои составы, делиться новостями мирового футбола, а также там происходят все активности, связанные с вами. Так что по ссылке в описании, а можете по этому QR-коду перейти и присоединиться к нашей команде. Какие-то награды еще, и наш еще пакетик, и мы получаем... Кто это? Кто? Стойте! Стойте! Италия! ПЗ! Легенда! Это... С первого открытого пака... ПЗшник Замброта, итальянец. Это что это? Еще дудок. Супер. Сколько стоимость? А, ну мы его продать не можем. 10 мультов стоит данный игрок. Это супер. Такого мне не хватает слов, чтобы описать мои эмоции. Так, и еще 1250 смотретов. И еще один дудок. Зачем нам два вратаря? Ну ладно, это супер. Это мы. А с чего такая щедрость от FIFA? Я не понял, но ладно, продолжаем. Но зачем мне два вратаря? Один воду приносить будет, другой на воротах стоять? Я не знаю. Напишите, кстати, кто вам выпал при первом открытии паков в FIFA. Достаточно интересно будет почитать. Продолжаем. Кстати, интересно, есть ли тут энергия, как была раньше? Раньше была ежедневная энергия, которую ты мог тратить только за определенный промежуток времени. И больше ничего не мог сделать. То есть она восполнялась за счет какого-то просмотра рекламы или еще какой-то активности. Мне кажется, надеюсь, и это исправило, и этого нету. Да, я не вижу энергии, по крайней мере, которая раньше была. Но, видимо, какое-то другое ограничение ввели на то, чтобы не было людей, которые 24 часа в сутки играют и пытаются повысить свой уровень. Прикольное оформление карточек. Раньше такого не было. Были просто стандартные дефолтные карточки. Кстати, напиши в комментариях, с какой FIFA ты играешь. Я вот играю с FIFA Mobile 16, я помню точно. А может даже и раньше начал играть. Это самое главное, что нужно сделать в игре, это пройти обучение. Потому что не пройдя обучение, ты не поймешь саму специфику игры, все тактики и прочую полезную информацию, которая тебе пригодится в дальнейшем будущем. Сейчас мы будем, конечно, в девятку. Так, ладно, я понял, до девятки мы не дошли, но удар достаточно хороший был у нашего Дудека, я так понимаю. Хотя ладно, Дудек это вратарь нашей команды. Мы ведем 1-0, и тут есть кредиты звездного абонемента, чтобы получить. Ну ладно, конечно, сыграем. Нас учат останавливать финты делать, да? Верно, останавливайте дриблеров соперников могучим. Какая хорошая музыка в FIFA. Вот это очень большой кайф и плюс данной игры. То, что добавили достаточно хорошую музыку, которая прям хорошо поднимает тебе настрой. И она достаточно гармонично смотрится. И наша команда 65. Дворовая команда играет против Реал Мадрида с рейтингом 85. Ну, какой ты финт? Этот игрок даже не умеет делать финт. А в этом плюс. Вата в офсайде, скорее всего, был. Но это гол. Вата забил. Как хорошо он танцует. Так же, как на тренировке забивал, сказал, что он будет в нашем составе, и он забивает. На 63-й минуте мы выигрываем 2-0. Реал Мадрид, нашей дворовой командой. Кстати, напиши в комментариях, какой у тебя был рекордный счет в FIFA. Интересно. У меня, я помню, когда ты играл, когда равный матч был 15-0. Это был против достаточно слабой команды, но счет 15-0 достаточно хороший. Девяточку! Забил тоже Вата. Вата уже оформляет дубль за 2 секунды. Как это замечательно. У меня был счет 15-0, а какой у тебя рекордный, когда ты играл? И удар с дальней дистанции. Штанга! Ах, вратарь перехватил мяч. Почти завершенная хорошая атака получилась у нашего нападающего команды. Но, к сожалению, удар в штангу не дал мячу оказаться в сетке ворот. Продолжаем играть. Трешкин передает на Вату. Вата бежит, и это... Вратарь. Как хорошо тащит мяч вратарь. Это замечательный сейф от вратаря. Мяч переходит на угловой удар. Мы, кстати, можем сменить камеру. Вот это, кстати, хорошо. Вот это вот давно не видел. Удар головой. Это гол. Это Матрешкин забил гол на 79-й минуте. И танцует так же, празднует, как Вата, да? Нет, он празднует по-другому. Но это замечательное празднование Матрешкина дает нам счет 4-0. Продолжаем играть. И вот последние минуты матча. Реал Мадрид вырывается в атаку. Они бегут не спеша.
И на этом финальный свисток. Мы победили 4-0. Реал Мадрид. Нашей дворовой командой с рейтингом 65 мы обыграли команду 85. Уровень, конечно, начинающей сложности, но да ладно, это мы пропустим. Главное, что победили. А теперь мы выбираем игрока, какой страны мы хотим себе в команду. А кого бы ты выбрал? Какую страну? Португалию, Италию, Аргентину, Англию, Бразилию, Францию, Германию или Испанию? Мне кажется, надо выбирать... англичанина. Они достаточно хорошие, быстрые, поэтому выберем англичанина. Хотя бы я хотел собрать команду Реал Мадрида, поэтому, ладно, испанцы. Очень тактичные, хорошие в обладании мяча игроки, и нам выпадает, кто нам... Меня бесит самоцветы. И тот самый игрок, это Гави, центральный полузащитник из Барселоны, который будет у нас держать... В основном составе, не в дворовой команде, центр полузащиты. Криштиану Рональду, мать его, с рейтингом 95. А у тебя есть такой в составе, а? Раздевалочка. Теперь мы приоденем наших игроков. Форма Miami Heat, конечно, розовая, это супер, поэтому, пожалуй, оставим ее. Ватес наш. Да, форма красивая. Конечно, игроки... Не, ну тут, кстати, хорошо игрок выглядит. Футбольный мяч. Конечно же, Nike. А мяч почему крутить нельзя? Было прикольно, если можно было крутить мяч. Так, внешний вид. А, нифига, насколько они прикольно сделали. Они сделали, что ты можешь обновлять игроков. Обновлять одежду. Это вообще супер, такого раньше не было. А можно и раздеть его? Ладно, это уже слишком будет. Бутсы выбираем. Это же офигенно. Такого раньше не было. А, нифига, у нас есть и Ватес, и Вата. У нас сразу два игрока состава. В принципе, это достаточно хорошие вещи, которые добавили в игру. Мы сыграем быстрый матч против сильных, скорее всего, соперников нашим всратым составом. И докажем, что можно дойти, конечно, до чемпиона Данса мы не догоним, который с рейтингом 93. Но я думаю, мы можем побороть и составить конкуренцию. Играем против Челси. На ход травки. Ватес, удар. Девяточку! Сюда! Ватес заложил в девятку и будет делать свое фирменное празднование с падением на живот. Травка на вес. На вес. Ах, вратарь поймал мяч. Вратарь стоит на месте, как деревья в лесу. И поймал мяч, и не допустив забитого головорота. Так, Ятес на вату. Матрешкин в офсайде. Руки подняли игроки. Но нет, мимо ворот. Ятес. Удар по воротам. Вратарь, как скала, переводит мяч на угловой. Угловой нашей команды. И мы продолжаем. 42-я минута, кстати, матча. И нам надо забивать. Надо забивать и делать счет 2-0, чтобы соперник не сошел. Тут гол, удар головы, Ятес, 2-0. Это замечательно. Под конец первого тайма мы делаем счет 2-0. И уже разрываем наше преимущество, сопернику не оставляя шансов. Вот и выиграли мы первый наш матч в равной игре, не дав сопернику никаких шансов со счетом 3-0. Кстати, жду ваших комментариев, как вам этот ролик. Выиграли вы свой первый матч в равной игре? И обязательно подписывайтесь на канал на YouTube и в телеграм-канале, так как там будет много крутых конкурсов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!